Всем привет! Впечатления и опыт раннего детства очень важны для формирования характера всех людей. Особенно они сказываются на последующей жизни тельцов. Домашние условия, чувство любви, доверие и уважение к взрослым, занимающиеся его воспитанием и образованием, все это надолго влияет на его личность. Отличительная черта характера – это упорство в достижении поставленной цели. За что бы он ни принимался, он делает это с большой решительностью и усердием, а иногда даже с упрямством. В любви он склонен к большой нежности, хотя он предан в супружестве, с ним не всегда легко жить, так как неизвестно, что он может выкинуть в гневном состоянии. Но эти взрывы крайне редки. В основном телец уравновешен и деликатен, но когда его заставляют поступать против его желания, угрожают его личной свободе или ущемляют домашнюю власть, он, наклоня голову, бьет копытами. Он верен своим друзьям и готов помочь даже финансово, если они в этом нуждаются. Все важные решения телец должен принимать в одиночестве, например, гуляя в саду или парке. Телец, согласно своему символу, миролюбивое создание, пока его не напугают или не выведут из себя. Если это случилось, он бросается в атаку на врага, независимо от его силы и роста. Физически он обладает большой жизненной способностью и выносливостью, но его энергия не возникает сама, как для носителей созвездия со знаками Огня и Девы. Она требует стимула извне, от условий или людей. Венера – это его планета. Она наградила его приятным музыкальным голосом и любовью к красоте во всех видах искусства. Телец наделен незаурядными умственными способностями. И если расположение планет было благоприятным, обычно он серьезно занимается наукой. Терпение и упорство позволяет достичь больших академических знаний, если он следует формальному курсу обучения. Успехом в достижении личных стремлений помогает самосовершенствование. Для тельцов важна объективность. Они не любят размышлять, менее религиозны, чем другие знаки зодиака, обладают отличной памятью и держат слово. Телец легко поддается влиянию людей. Патологические качества этого знака – это гнев, мрачные мысли, любовь к роскоши, чрезмерное упрямство и бесконтрольные эмоции. Знаменитыми тельцами являются Екатерина Великая, Сократ, Карл Маркс, Ленин, Николай II, Зигмунд Фрейд, Папа Римский Иоанн Павел II, Вильям Шекспир, Сальвадор Дали, Оноре де Бальзак, Петр Чайковский, Георгий Седов, Джек Никольсон, Джордж Клуни, Бенджамин Спок, Джордж Лукас и Михаил Булгаков.